Всем привет, друзья. Свинки отдыхают, Боунь. Ты спишь? Ну, ребята, видите, какие ушлые мыши. Залезла в корыто к Боне и сидит там. Я еще не кормил. Прошла генеральная уборочка у свинок. Все чистенькие, все красивенькие. А что, один задом? Ох. Обиделись. Вот эта черненькая становится ручная. Лично. Вот ты моя хорошая девочка. Хорошая, хорошая. И так хочет немножко укусить, ну. Не кусай. Сейчас буду кормить, сейчас. Хорошая свинка. Да. Ты красивая девочка. Вот хорошая. Вот, ребята. Охрип немножко. Сразу видно, убрал доску. Кончились опилки. Осталось вот ремешочка. И все, надо будет ехать еще раз. И, ребят, хотел сказать, что это последнее видео с Машкой. Машку завтра будем убирать. Поэтому сегодня кормить ее ночью не буду. На ночь буду только водички, да, и все. Тоже у нее поубирали, как положено. Почухали, давай, иди. Да, ложись, ложись. Жалко, ребят, ну. Вот такая вот тумба. Да, Маш, это все. Такая была Машка. Мне сейчас килограмм, наверное, 65-70. Такая упитанная. Возможно, в следующем ролике я взял, привез весы и кантри. Ну, по частям ее можно будет сложить без внутренностей. И хоть немного сориентироваться по весу. Да? Да. Машка, чтоб ты влезла, тут не влазишь в этот. Не, Маша, выходить не надо, дам водички тебе и все. Моя девочка. Все, сейчас даю. Вот, ребят, любые отходы со стола, это не отходы. Чистили картошку, осмотки, сырые, тоже спокойно можем давать свиньям. Немножко Боню и остальное малышню. Эксперимент мой удачный. Стебла кукурузы, ну, наклад кукурузы в нем. Съели мешок за неделю. Ну, запаривать никто не запаривал, то был мой эксперимент. А папа просто им так кидал. В общем, что поели, то поели. Что не поели, пошло подстилку. Но все равно что-то да и ели. В общем, немножко кормление удешевляет. Ну и дробленка, само собой, за неделю уходит эта бочка, а этот раз ушло даже больше. Я ведро туда поставил, пустая бочка, надо сейчас будет мешать, кормим. Вот так вот, бочки, мешка полтора дробленки. Теперь будет есть немножко меньше, хотя малышня растет, ну, за счет того, что уберу Машку. Будут есть поменьше. Что, Бонь, картошка не такая, да?
Баня еще не покрыта. Планирую в ближайшее время это сделать. Потом посмотрим. Очень хорошо, что ребятня всеядная, не уделывается. Если на один не улазит. Давайте сейчас дам всем дробленки. Дал свиньям и дробленки. Вот и налил водички. Едят. Очень же крупные. Эти уже килограмм, наверное, по 25. Вот и он, девочка. Или кто из них девочка, или вон девочка. В общем, путаю. Черную знаю. Вот так не видно. А, и вот девочка, да. Вот эта девочка и вот девочка. Вот такие хорошие. Вот эта длинная хорошая девочка. Красненькая. Все как надо. Едят. Ну, а Машке, я думаю, вы понимаете, по объективным причинам, корма я не даю. Налил водички, вот и все. Это вся ее еда до утра. Да, Машин? Не тяну я вторую свиноматку. Потому что она немножко мелковатая. Хотя, ребят, я искал кабанчика, ездил по разным местам. Машка очень даже еще и не мелкая. Это просто у меня боня крупная сильно. А у людей вот такие, как Машка, почти у всех вот, уложил. Да. Машка. Убрал эти доски. Зато, чтобы не мешали человеку, который будет ее убирать. Загоним. Ну, в общем, вот так вот. Все, едим. Ну, ребят, для этого свиньи держатся. Ну, жалко, и мне жалко, но для этого мы их и держим. Боня, что ты не ешь? Что ты не ешь? Почему? Такая жирная, а трусишься. Чего ты трусишься? Всего лишь минус 6 на улице. Боня. Поросята все никак не привыкнут к туалету, ходят там, ну и ходят здесь. Вот только поубирал, сходили здесь. Думаю, на следующей неделе то ли опять прибить маточник, чтобы там высохло, а здесь прибить доску. Если бы они привыкли ходить, было намного удобнее подчищать. И намного меньше воды стало после того, как кончились горбузы. То есть уже сырая не течет. Вы больше ныли, чем едите. Бонь. Вставай, поешь. Не приболела? Они выворачиваются. Бонь, вставай. Тоже пообтирала загон, надо будет его поделить.
если надо будет как-нибудь отбелить. Свинка, иди, попрощаемся с зрителями. Вот хорошо, что она пошла сюда в туалет. Показывать не буду, но она пошла в туалет. Это очень хорошо. Не сходила. Вот видите, тут шуныл. Кормушки не пускали. Свиньи отошли. Ой, иди попрощаемся, иди. Иди. Вот и морда мокрая, грязная, в дробленке. Ну вот так. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Свинок показал. Всем удачки. И всем пока. Да.